Всем доброго дня и предновогоднего настроения. Настоятельно рекомендую просмотреть и внимательно прослушать мои предыдущие лекции о понимании основы зарождения болезней. Две части. Так как развитие этой концепции будет проходить и концентрироваться в последующих выпусках. И те, кто будет не в теме, возможно, не поймут, о чем и про что я говорю. В силу обстоятельств и специфики, большинство присутствующих не очень-то понимают, что такое электричество, и тем более электростатические премудрости, но очень спешат поделиться своей мудростью и глубиной познаний. Особенно преуспели диванные суперэксперты, которые где-то нахватались азов по традиционной электротехнике, но услышали звон, да не знаю, где он. Поэтому я постараюсь очень доходчиво и на самом бытовом уровне объяснить, что же такое есть электростатика и чем она отличается от динамичной статики. И почему не надо путать эти два определения вместе. И еще пытаться сравнивать с электричеством. А главное, постараюсь доказать единственную необходимость применения провода МГТФ для намотки так называемых катушек. Хотя в очередной раз подчеркну, что фактически катушками они не являются, но именно об этом я буду раскрывать тему в другом выпуске. Предупреждаю, что настоящего определения электрических взаимодействий до сих пор не существует. Есть только некие условности, догмы и постулаты. Поэтому я считаю, что имею право на свою точку зрения и свой стиль описания происходящих процессов. Начну с того, что чем отличается обычное проводное электричество от электростатического. Обычный электрический ток, ну или напряжение, как кому нравится, прокладывает себе путь к нагрузке по проводам или иначе по проводнику. То есть все, что хоть как-то может проводить электрический ток, ну, там металлы, жидкости, наше тело, это все худо-бедно некоторым образом проводники. Есть источник, есть некая нагрузка, и все приходит в движение. Она нет, и сюда нет. Так вот, для наших насущных дел нужен более-менее приличный проводник, чтобы не мешал нам получать необходимые потребности. Самое оптимальное для нас – это медный провод. Другие проводники, типа алюминий, серебро, золото, особого значения не имеют. Единственное, позже заострю внимание на витой паре с омеднённым алюминием. Тема будет интересная. В отличие от проводного электричества, которое любит находиться в проводниках, статическое электричество существует исключительно вокруг нас и на поверхности любого материала, который не проводит обычное напряжение. Это вот есть статическое электричество, который находится на поверхности, на нас и в окружающем пространстве. Но лучше всего держится на поверхностях, так называемых диэлектриках. Так что мы с ним сталкиваемся в повседневной жизни в виде разрядов на одежде и липнущих тканей и материалов. При определенных обстоятельствах проводное электричество, как энергия, может преобразовываться в статическое и наоборот. Более подробный пример я покажу в ближайших выпусках. Так вот, постоянный ток идет по всему проводнику. И когда необходим большой ток, то берут провода с большим сечением.
Нам большое сечение без надобности, так как блины жарить не собираемся. Вполне подходят провода диаметром от 0,3 до 0,6 мм самого проводника. Без учета изоляции. При этом сопротивление уже готовых катушек, подобно этим, находится в пределах, в зависимости от провода, от 2 до 5 Ом. Для примера вот покажу на этих. Ну, плоская почти 3 Ома. Этот рефиляр, одна из трех обмоток, где-то 4,5. Запоминайте, этого достаточно, чтобы без потерь гнать через них токи. Ну, где-то от 0,4 до 1 ампера. Дело в том, что нам нужно не постоянное напряжение, а переменное. И частота его составляет в среднем около 300 кГц. И вот тут начинается самое интересное. Дело такое, что некоторые теоретики путают добротность с добропорядочностью. Шутка. Они стараются вернуть в описание катушек такое понятие, как добротность. Проще говоря, это тот термин, который характеризует возможность контура находиться в резонансе или рабочем состоянии с меньшим затуханием колебаний и меньшими потерями в принципе. Сюда входит сопротивление проводника, как я уже показывал. Пропускные возможности контура и качество изоляции, если таковая имеется, так как изоляция может быть и воздухом, то есть голым проводом. Но в том-то и дело, что добротность нужна для контуров катушек. То есть для эффективного создания или передачи радиоволн. И чем выше частота, тем больше требования к добротности. Только вот в чем засада. Нам радиоволны даром не нужны. И если в обычных контурах при создании радиоволн возникает паразитное излучение в виде электромагнитных волн и статического электричества, то в нашем случае все ровно наоборот. Нам не нужны ни радио, ни магнитное излучение, которое является паразитными. И контура у нас нет как такового. Генератору фактически подключен конденсатор. Вот эти две обмотки, если вы мотаете то ли бифиляр, и без разницы, то ли это тор, то ли это плоская, но мы подключаем генератору не как катушку, а как конденсатор. То есть вот у нас одна обкладка, вот у нас вторая обкладка. Мы подключаем генератору начало одного и конец другого. И индуктивности как таковой, точнее контура колебательного, здесь в принципе нет. Насколько он хорош или плох, это уже другая тема, которую я постараюсь развить в следующих выпусках.
Просто в силу своей специфики данное подключение к генератору в виде конденсатора, но намотанное как катушка и соединенное началом с одной катушки и концом другой, создает особый эффект за счет как бы хаотичных биений электрических колебаний, находящихся в резонансе. Почему и называется вихревой. Причем намотка осуществляется одновременно двумя проводами строго параллельно. И называется бифилярной намоткой. И при подаче некой частоты, равной резонансу этого своеобразного конденсатора с зачатками контура, мы получаем огромный выброс статического электричества в динамике, то есть переменной статики, ради использования которой мы тут все и напрягаемся. Для чего это нам надо знать? Тут много причин. Одна из них касается традиционности мышления диванных теоретиков. Это те, которые в силу своей мозговой догматичности считают свято, что вот это недоразумение есть катушка, а соответственно контур, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Раз это контур, то у него своя емкость, свой резонанс. Соответственно, все формулы и законы подчиняются традиции. Да, маленькое зернышко соответствия тут есть. Это то, что если замерить у тора и плоской катушки индуктивность, то да, она будет в пределах 0,3-0,5 миллигенри. Ну, в зависимости, естественно, от конструкции, провода, диаметра и так далее. И емкость, если замерить между параллельно проложенными проводами, то она будет в пределах 500-1000 пикофарад. Тоже можно продемонстрировать. С индуктивностью возни больше, поэтому я не буду индуктивность. Поверьте на слово. А емкость, пожалуйста. Вот здесь, ну здесь трифиляр, каждая обмотка, их три. Ну вот на одной между двумя обмотками, если посмотреть, 600 пик. Где-то вот 500, 600, 700 пик вот на таких катушках, так называемых катушках. Емкости будет между обмотками. Если замерить здесь, получим и здесь. Вот 800. Если будет провод тоньше, будет емкость меньше. Это 0,95 МГТФ. Внешний диаметр. Это 0,17 в принципе. Но внешний диаметр у него 0,95. И вот он имеет такую емкость. Так вот, если индуктивность и емкость внести в соответствующие формулы, да, то мы получим эту резонансную частоту, которая на самом деле выдает вот это непонятное недоразумение. То ли катушка, то ли конденсатор. Вот посему возникает целый ряд парадоксов и противоречий. Первым противоречием рассмотрим упомянутую добротность. Актуальность добротности направлена на получение излучаемой мощности с минимальными потерями, как я уже сказал. Для этого надо иметь минимальное сопротивление проводника, соответственно, хорошую проводимость и наилучшую изоляцию. Только вот при наших требованиях сопротивления вообще нет, так как конденсатор. То, что есть в проводах,
2-3-4 Ома для тех характеристик, которые мы сюда закладываем, это ничто. Ну да, с довольно длинными обкладками. Хорошая проводимость тоже вопрос, так как медь вполне справляется с 300 кГц. Почему? Покрытие серебром не спасает, но об этом чуть позже. И самое интересное, изоляция. При излучении радиоволн необходима хорошая диэлектрическая проницаемость на довольно высоких частотах. Но нам не нужны радиоволны, и тем более высокие частоты. Наоборот, мы от них пытаемся максимально избавиться. Нам нужно переменное статическое электричество, а точнее некая статическая напряженность окружающего поля в динамике. И некое хитрое подключение конденсатора контура по тесловской наводке. Нам этот режим обеспечивает. Поэтому нам необходим диэлектрик не в пользу радиоволн, а для создания необходимой среды обитания статического электричества. Из всех материалов с дружественным отношением к статике более всего подходит слюда, фторопласт, эбонит, керамика, огр-стекло, целлофан. Есть еще некоторые виды компауда, это типа эпоксидных смол. Но большинство из этих вещей совершенно не годятся для наших дел. Опять же, так как вот я считаю самый идеальный фторопласт, но не в таком виде. Вот этот вот кусок фторопласта. От него для статики толку совершенно мало. Да, он эластичен. Он хорошо обрабатывается, хорошая изоляция. Но в нашем случае этот кусок, он не особо куда-то годится. Нам важно поверхность. И именно МГТФ-провод обладает одним уникальным свойством. Этот провод намотан не просто провод и дальше изоляция в виде фторопласта, а фторопласт здесь наматывается в виде ленты. Вот тончайшая лента, типа такой, даже еще тоньше. И она обматывается вокруг этого провода. Возникает многослойная изоляция с тончайшего фторопласта. И вот для нас это самое главное. Потому что нам нужна многослойная структура, которая дает множественную поверхность для жизнедеятельности статического электричества. Это можно такой грубый пример привести. Вот теперь сухая погода, солнце светит, все высохло, пониженная влажность, и тут вдруг дождь. Сухая земля, все. И вот прямо видно, как дождь капает, и он не проникает в землю. Капли прямо вот по пыли бьются, отбиваются. Вот такой эффект. Не смачивается земля даже. Если дождь кратковременный, он может также быстро и просто-напросто высохнуть, испариться. Вот очень грубый пример к этому, также и с фторопластовым покрытием. Когда поверхность уже готова к статике, а здесь постоянно статика крутится. Если здесь, конечно,
только не повышенная влажность. Если же здесь достаточно оптимальные температурные и коэффициент влажности невысокий, то обязательно вокруг нас будет статика. Ну, вот как вот этот пример. Как бы ни было, вот эта вот статика. Вокруг нас, на нас. Мы одеваемся, раздеваемся, все трещит. И независимо, вот у нас металл. Вот это материал, который хорошо принимает статику. И металл это не металл, не имеет значения. Он все равно будет липнуть, он все равно будет держаться за поверхности, цепляться. То есть благоприятная поверхность для принятия статики имеется. И вот это все, это идеальное совпадение особенностей технологии. Так как статическое электричество лучше всего удерживается на поверхности этого диэлектрика. И нанесенная второпластовая лента очень хорошо справляется с этой функцией, так как обладает большой площадью многослойно обернутой ленты. Есть еще такой провод линцендрат, но о нем попозже. Он тоже шелком там обворачивается. Но это не тот материал. Вторым парадоксом можно назначить некий скин-эффект. Возможно, не все в курсе, что при наличии колебаний в проводнике и повышении его частоты переменный ток идет уже не по всему сечению провода, как постоянное напряжение, а ближе к поверхности. И чем выше частота, тем тоньше эта поверхность. Так вот, для тех, кто не в теме, поясню. На 300 кГц в медном проводнике скин-эффект составляет всего 0,12 мм. Ну вот, допустим, у нас провод МГТФ, 0,95 внешний диаметр, а проводник внутри него диаметром где-то 0,65. И вот получается, что вот проводник 0,65, а 300 кГц идет по его поверхности всего с углублением на 0,12 мм с двух сторон. То есть фактически как по трубке, только с внешней стороны. Для примера, при 200 кГц будет 0,15 мм. А при 400 всего 0,1 мм. Ну, еще можно добавить, например, 2 МГц. Там уже будет 0,05 мм. Представьте, что творится на ВЧ и СВЧ. Там уже и тысячные, и микроны. Ну, для визуальности, или такой грубый еще пример можно привести, скин-эффекта. Это вот стоит катер на воде. И пока он находится в том состоянии, насколько может, попасть на поверхности воды. И вот он начинает двигаться, набирает скорость. И чем больше у него скорость, тем он выше поднимается над водой. В конечном итоге может вообще оторваться. Вот так, грубо можно сказать про этот скин-эффект. То же самое, чем выше частота, тем именно электричество пытается оторваться от поверхности. И уже на СВЧ частотах там вообще оно идет над проводником, а не на самом проводнике. Ну, это уже другая тема. Сейчас я еще попытаюсь немножко объяснить
как же все-таки действует что происходит, какие механизмы или какие скрытые процессы происходят в этих так называемых катушках. Вот рассмотрим для начала пример плоской катушки. Вот у нас разрез этой катушки. Ну, понятно. Вот как мы, оно намотано бифиляром. Два проводника мы разрезаем и смотрим, что у нас происходит. Вот это один провод. Это второй провод. И намоточка идет. Одна за другой. Так вот, что тут главное? И как именно процесс проходит? Вот это, например, у нас медный проводник. Отверстие. Это изоляция. Как уже мы выяснили при скин-эффекте, у нас он идет не по всему проводу, а буквально какую-то часть занимает. Как здесь, так и здесь. А здесь у нас между ними изоляция. Так как вся эта конструкция подключена как конденсатор, и на нем встречно, там, конечно, можно говорить там плюс к минусу, минус к плюсу, как ток течет, там электроны, протоны, и вообще неизвестно, что у них там у физиков. Сами не знают, что там у них течет и куда. Поэтому не будем говорить там к минусу, к плюсу, а вот этот генератор, обкладка, выход, например, у нас идет сюда, а этот идет сюда. И вот они встречно идут навстречу друг другу. По спирали сюда и по спирали сюда. Из-за этого возникает в этих вот кольцах возникают завихрения, чему называется вихревая медицина и вихревые токи. Возникает завихрение из-за того, что вот есть здесь существует емкость, и эти завихрения, вот переменные витки, при резонансе возникает момент, когда вот именно здесь вот самое, где ближнее, вот край провода этого и край провода этого, и между ними изоляция. И вот здесь возникает выброс, преобразование электрической энергии, проводниковой, которая идет по проводу, в статическую, электростатическую. Именно при резонансных явлениях. И вот таких микроконтуров по периметру всей этой так называемой катушки множество. Происходят многочисленные взрывы, но именно в этом моменте. А повод дает еще для этого, эффективный повод, именно второпластовое покрытие, которое уже содержит в себе поверхностную статику. И вот как я объяснял про дождь, если земля хорошо смочена, то малейший дождь, как бы он ни прошел, даже просто влажность, туман, и все равно земля становится мокрой, покрывается слоем воды, роса и так далее. А если земля сухая, все сухое, то оно просто-напросто испарится тут же, даже может не касаясь земли. Вот. А так как здесь при помощи хорошего диэлектрика, но с хорошей статическим накоплением, вот именно здесь вот происходят эти микровзрывы, которые делают выбросы по всему периметру катушки. И важно в этом всем именно, чтобы вот это как можно плотнее они были, находились друг между другом.
и не расходились. Потому что вот здесь уже расстояние все больше увеличивается, увеличивается. Здесь тоже вот этот процесс, он дальше тоже происходит. То есть наступает момент взрыва, и, естественно, участвуют и вот эти вот места, но значительно меньше. И вот почему я все время, который раз уже говорю, что особенно на плоские катушки ни в коем случае не заливать ПВА клеем, лаком и тому подобным. Именно вот этот диэлектрик, идеальный для статики, набора статики и воздух между ними. А воздух — это тоже хороший накопитель статики. Если мы сюда заливаем плохой диэлектрик, он гасит вот в этом месте, он нам гасит статику. В общем, ухудшает свойства и не дает этой статике сюда выходить. И поэтому, когда пытаются покрыть или ПВА, или лаком каким-либо, вот между витками оно попадает, в результате получается, что эффективность катушек снижается. Ну вот процентов 20, 30, даже 40. Если уж совсем что-то левое сюда залили, то может и 40% упасть эффективности. Поэтому я и всегда и говорю, что надо просто сверху что-то ложить. Или вот двухсторонний скотч. Или опять же, вот как я показывал, специально автомобильную пленку. Она тоже очень хорошо статику держит. Просто накрывать ею. И эти витки будут тогда держаться. И вот именно они должны как можно плотнее держать. И так как здесь происходят микровзрывы, еще вот этот вот проводник и этот проводник участвуют и соседние при возбуждении этих микровзрывов, которые здесь вот получаются. Они могут и здесь быть, вот между этими витками, между этими и так далее. Между каждым витком при хорошем резонансе. И вот дополнительно то, что позволяет дополнительно давать еще вот эти микровзрывы, это соседние участки, переходы. Вот эти вот поверхностные участки меди, они передают вот эти взрывы дальше, и за счет того, что вот эти витки и эти витки плотно друг к другу, это все суммируется. И вот эта напряженность поля, она именно зависит от того, что вот именно все плотно друг к другу подходит. Тут вопрос, конечно, должен возникнуть, что лакированные провода, то есть не МГТФ, а лакированный провод. Да, ведь надо учитывать, что чем меньше расстояние между вот этими проводниками, тем больше напряженность. Это как емкость конденсатора, обычная емкость конденсатора. Чем ближе обкладки друг к другу, тем что? Больше емкость, чем больше накопление. И вот этот эффект, он тоже как раз и работает. Почему медный провод, лакированный, почти так же работает, как и МГТФ. Но МГТФ все равно лучше, как бы ни было. И еще что учитывается, что вот, например, здесь провод берется, вот этот тоньше, например, вот 0,3-0,35. Это сам проводник. Хотя внешне он 0,6 миллиметра, а проводник 0,3. И вот если мы лакированный возьмем 0,3, то естественно 0,25 самой изоляции здесь будет, конечно, меньше расстояние. Тут будет вообще где-то меньше 0,1 миллиметра между концами проводников. Но дело в том, что чем плотнее намотка, тем, соответственно, катушка, так называемая, станет меньше диаметром.
А многим, кто это намотал уже их довольно большое количество, знают, что небольшой диаметр намотанной плоской катушки, он, как это так сказать, как это говорят, злее. То есть желательно все-таки, чтобы у нас катушки были не маленькие, а где-то вот 160-180 миллиметров, такое оптимальное. Уже больше 200-240, там уже свой край. Но меньше 100, они плоские, не очень хорошие. Ну, не совсем хорошо для восприятия. Вот, поэтому получается, что МГТФ, особенно вот этот, который 0,6 диаметром, вот этот посеребряный провод у меня тут есть, эти два вида посеребряного, 0,6, опять же, 0,6 внешний и 0,35 внутренний. Или обычный МГТФ медный. Они работают практически одинаково. Там разница абсолютно минимальная. А все почему? Вот как раз этот скин-эффект. И 300 кГц. Если бы это было бы 3 МГц, 30, 300 МГц, да, серебро бы давало, конечно, тут какую-то прибавку. Но тут всего 300. И вот этих 0,12 миллиметра при покрытии серебра там тысячная толщина покрытия, она тут никакого влияния особо не оказывает. Никакой прибавки толком не дает. Это что касается плоскости. Да, и вот если мы берем обычный провод, не МГТФ, вот, например, витую пару разматывают и крутят. Качество, ну там процентов 56-60 хуже. Оно тоже будет работать. Но из-за того, что материал, там обычный пластик, который не очень дружит со статическим электричеством, соответственно, толку с него значительно меньше. Он не накапливает нужной статики. И вот как я вот объяснял про дождь, то есть он не накапливает предварительную статику на своей поверхности. И поэтому здесь эти микровзрывы, они значительно хуже. Ну и добротность уже, да, тут, так как качество самой изоляции значительно хуже, чем фторопласт. Соответственно, и конечный результат значительно хуже. Единственный выигрыш в плоских катушках может быть и в торах, это когда витая пара омедненная, то есть алюминий, покрытый медью. Но это уже будет в другой части выпуска, потому что я тут уже не успеваю. Теперь вот, это у нас было плоское. А сейчас мы сымитируем тор. Почему я говорил, что надо плотнее его обязательно мотать и потом сжимать? Если в плоской катушке, там уже и так все нормально, там все ровненько мотается, виточек к виточку, и оно ровненько ложится, все максимально приближено, все как надо. Если мы, конечно, его плохо намотаем, плоскую, то, естественно, там заметно будет эффект хуже. Но вот в торе, когда мы мотаем в навал, почему я и говорил, что надо желательно очень мотать ровненько друг с другом, чтобы имитировать плоскую катушку, хотя бы по слоям, послойно. Если мы будем мотать в навал, они у нас будут, вот, например, получится так, что тот параллельная, которая должна быть вот рядом, она оказывается где-то вот здесь пошла. Соответственно, вот этот микровзрыв, он будет очень сложно проходить здесь.
А так как у нас, еще я то, что говорил, что обязательно надо брать, когда и берете бифиляр, ну или трифиляр, и берете, меряете провод, сколько он надо, там 15 метров, 17, 18, в зависимости от того, что вы мотаете и какие диаметры, строго определенной длины. Потому что когда мы подключаем генератор к двум обкладкам, у нас напряженность, у нас напряжение, у нас направление идет навстречу друг другу, будем так считать. И вот оно, это идет направление сюда, а вторая намотка идет отсюда. И вот они, когда встречаются одновременно в резонансе, вот эти микровзрывы, они получаются мощнее всего. И именно тогда, когда они ближе всего в этом месте. И когда вот мы мотаем дальше, вот достоинство некоторые именно торов в том, что у них есть еще соседние участки. Вот эти вот идут перескоки, пока идет проводное напряжение, оно может идти при микрозрывах, оно проходит вот еще эти участки. И вот таким образом тут идет перехлесты, перескоки, ну, не знаю, как тут попроще сказать это все. Но вот примерно так. Поэтому, когда мы это все сжимаем, у нас дополнительный еще эффект появляется к этому всему. И что интересное, почему вот я про трифиляр говорил. Вот, к примеру. Ну, это я уже рассматриваю трифиляр отдельно. Если здесь, в бифиляре, не надо его мотать, как витая пара, а именно желательно укладывать плоско, вот как плоская катушка, то в трифиляре дополнительном, вот этот дополнительный провод, это пассив. Как был бифиляр, так и остается. Вот этот чисто для разгона. Почему он разгоняет? Если мы его, этот вот трифиляр, третий провода свиваем вместе, вот они все время так идут. Если их не свить, они разбросаны по катушке. И естественно, вот такая вот картина, она нам никак ничего толком не даст. Но, когда мы делаем, завиваем это все, у нас, ну, именно я объяснял в прошлых выпусках, что завивать надо хорошо. Не лишь бы как, а именно плотненько. И опять же, я говорил про размер, что одинаковое все должно быть. И вот получается у нас вот такая конструкция, которая все время вот так вьется. И она все время держится друг за друга. Потом уже, когда три следующих там накладываются друг на друга, тоже когда мы их сжимаем, они все плотненько друг на друга накладываются. И вот получается, вот этот вот третий пассив, разгонный, мало того, что у нас происходит вот здесь этот своеобразный пробой и выброс электростатики, но у нас получается еще, почему вот я специально замерял, смотрел, около 30% добавки дается. Вот этот вот разгонный провод дает 30% добавки. Почему? Проходит здесь, проходит здесь и проходит здесь. Получается, что здесь расстояние в два раза больше. Здесь то более сокращенное, но при микровзрывах это как раз вот и дает вот этих 30%. И получается, что когда мы завиваем это все, у нас все это идет строго, постоянно.
Если в случае бифиляра, бифилярной намотки, у нас все-таки провод разбрасывается, как бы мы его ни старались параллельно вести, он все равно разбрасывается, хоть где-то как-то. И, соответственно, эффект теряется несколько. То здесь, по всей длине намотки, сколько мы не мотаем, он у нас все время вот в таком состоянии. Плюс еще соседние его обжимают, и все, вся эта конструкция выстреливает тут сплошным потоком. Но почему не нужно, как я уже говорил, в бифиляре делать витую пару для второпластового? Потому что когда мы его завиваем в би, у нас получаются зазоры. В трифиляре зазора нету. Вот. А в бифиляре, когда мы мотаем, и когда складываем уже в общую картину, получаются зазоры между ними. И это только мешает. Единственное, что почему именно витая пара, которая применяется, вот эта обычная, с, опять же, омедненной алюминией, дает некоторый выигрыш. Хотя все равно он значительно хуже, чем второпластовая система. Оно все равно хуже. Но об этом уже будет в другой раз. На сегодня я буду закругляться. Будет продолжение еще вот этой темы. Дальше я расскажу все-таки более, так сказать, подробно про именно омедненную витую пару. Ну и еще пару нюансов. А уже в следующий выпуск я открою то, что вам обещал. И вторая часть вот этого выпуска будет через две. То есть в следующий выпуск я вам расскажу наконец про свои излучатели, что они на самом деле интересного дают и в чем сенсационное заявление. И мне еще очень захотелось срочно сделать один интересный выпуск. Одна из последних лекций Мишина меня на это подбила. Но это уже дальше. В общем, будьте здоровы, счастливы вам все. До свидания.